Jump, 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 Курс биологии для учеников ДНК – это не страницы школьного учебника, стенды или плакаты, а также презентации на компьютере. Это реальная возможность изучать жизнь под профессиональным микроскопом, решать генетические задачи на реальном биоматериале. Ну, сейчас мы сделали соскоб со слизистой и нанесли препарат, чтобы клетки прилипли к данному стеклышку. Сейчас мы будем смотреть под микроскопом на клетки. В распоряжении учеников ДНК не только классная увеличительная оптика, но и анатомический интерактивный 3D-стол пирогов – идеальный инструмент для практических занятий по морфологии человека. Топографию органов, да, по отношению к скелету очень удобно изучать. Да, мы видим, что печень у него спрятана под ребрами, желудок за ребра спрятан. Да. Мне очень много рассказывали про этот стол пирогова, и как будто вот миллион долларов сверху упало. Вот то же самое у меня сейчас. Дорогостоящая исследовательская техника САФО, в том числе анатомический стол, позволяют понимать предмет изучения, делают науку доступной в самом юном возрасте. Так мы видим на картинках, а тут можно и посмотреть и модель вот этого органа, и посмотреть, как он под микроскопом, и УЗИ даже можно посмотреть. В школе такого точно не увидишь. Важно еще и то, что уроки в ДНК помогают с профессиональным самоопределением. Кристина Ващенко, выпускница Архангельского государственного лицея, интересуется биологией, поэтому решила в свободное от учебы время посещать программу «Биотехнология», которая реализуется в Малой академии ДНК. Биотехнология на базе ДНК – это такой просто замечательный шанс испытать именно профессию на практике. Это для меня особенно актуально, потому что у меня в конце года ждет ЕГЭ, поступление, естественно, выбор направления в ВУЗе. И для меня это, естественно, очень важно. И вот на данный момент я уже определилась с профессией, и я считаю, что биотехнолог – это действительно мое. Для глубины знаний и мотивации важно не только техническое лабораторное оснащение, но и личность педагога. Занятия по программам школьного курса биологии в ДНК проводят лучшие преподаватели Высшей школы естественных наук и технологий САФУ. Так, в конце 2020 года учебно-методические разработки педагога ДНК Константина Терентьева были признаны лучшими Федеральным детским эколого-биологическим центром. Теперь этот опыт он внедряет для школьников Архангельской области в рамках курса биотехнологии. Биотехнология – наука, которая опирается на биологию, на химию, на биохимию, на микробиологию. Это такая большая и сложная наука, в том числе и на генетику. Поэтому здесь мы пытаемся использовать их знания из школы, даем им некие новые знания и, главное, умения, чтобы они могли, так сказать, максимально углубить свои школьные знания и узнать что-то новое, чего они никогда в школе не узнают. Добро пожаловать в резиденты ДНК!